меня. Кратко. Кратко. Где, что и как? Как состояние, а то все спрашивают. Спрашивают, да? Где, как, у него с ногой, что и как. Вроде все знают, что травма, ну, после операции. Все-таки все спрашивают. Все спрашивают. Если потеряли, это хорошо. Значит, верят. Все потеряли. 40 дней прошло после операции голеностоп. Ну, что, ну, разрыв. Какую операцию? Разрыв. Внешняя травма была или свежая? Старая травма, старая. Год уже назад травмировала, я даже больше. Передняя таранно-малокольцевая связка разорвалась, и ее мне зашили вот 40 дней назад. Зашили, искусственную поставили. И вот на восстановление примерно сказали 3-4 месяца. Месяц уже, больше месяца уже прошло. И еще месяца 2-3. И я на ковер, думаю, плавно выйду, начну подготовку. Ну, а сейчас-то я в форме себя держу, тренируюсь. Ну, до конца весны, в общем, восстановишься. Ну да, думаю, да. Надеюсь, самое главное себя держать в форме, тренироваться. А так сейчас нормально? На ходьбу? Хожу нормально, но так, когда вращаю голеностоп, еще есть небольшая боль. Ну, это только недавно же. На ковре А победила Эмма Брайтин, Соединенные Штаты Америки. Поэтому нормально. Так что, все нормально. Не теряем.